Началась самая горячая часть предвыборной кампании – агитация. Это и встречи с избирателями, и выступления в эфире радио и телевидения. Каждому из участников политической гонки представлено по 5 минут бесплатного теле- и радиоэфира, а также время для теледебатов. Напомним, во время таких выступлений запрещается агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного либо языкового превосходства. В случае нарушений выступление кандидата может быть снято с эфира. Участие в теледебатах вместо претендента на депутатское кресло может принять доверенное им лицо. А вот бесплатным эфирным временем на радио и телевидении кандидат в депутаты может воспользоваться только лично. В Гродно предвыборная агитация на телевидении начнется 17 августа. Решениями окружных избирательных комиссий было определено жеребьевкой время выступления. Конкретно по Гродненской области это областное наше телевидение Гродненское. Время работы в эфире по городу Гродно по телевидению у нас начинается с 17 числа с 19:00. А по телерадиокомпании Гродно радио конкретно то начинается с 25 с 7 часов утра.